За мусорными площадками должна следить администрация Демьянова, поскольку договор с региональным оператором не заключен. Так в компании «Куприт» прокомментировали ситуацию с мусорным коллапсом в поселке Демьянова Подосиновского района. По словам местных жителей, поселение превращается в одну большую свалку мусора. Это видео разлетелось по интернету. Жители уже написали открытое письмо губернатору Кировской области Игорю Васильеву. В нем говорится о том, что места для сбора отходов не оборудованы. Мусор разлетается по округе на десятки метров. Сталыми водами нечистоты смываются в реку Юг. К своему обращению жители приложили 23 адреса в Демьяново, вероятно, заваленных мусором, а также видеозаписи завалов. Их сняли в разное время на территории поселка. В настоящее время неисправность устранена. Вывоз ТКО осуществляется в штатном режиме. В связи с неблагоприятной обстановкой в Демьяново руководством регионального оператора совместно с руководителем компании-перевозчика ТКО в Подосиновском районе принято решение о предоставлении помощи в уборке площадок.